куда-то вон в сторону увела. Да, это щука, ребята. О, хорошая щука там. Ох, леску забирает из рук. Смотрите, как леску забирает. Смотрите, все пошло, утопило. Кружок ушел под воду. Всем привет! Конец октября, выбрался на рыбалку, на лодке. Хочу половить хищника. Ну, щука здесь в основном клюет чаще всего. Бывает, еще окунь попадается, тоже неплохой, крупный такой. Посмотрим. Сейчас время такое, когда хищник такой более активный перед ледоставом. Посмотрим, как будет себя вести щука. Всем приятного просмотра. Ловить буду на вот такой вот мэпс. Желтенький. У меня там еще другие цвета есть, тоже их, может, попробую, посмотрим. Вот на этот мэпс больше всего здесь какие-то результаты были. Вот мэпс троечка. Очень хорошо играет. Главное, чтобы щука его увидела, голодная. Тогда она его сразу хапнет. Лебеди здесь еще не улетели. На этом водоеме тоже они с выводком. Вот это гусята, вот которые серые. Камера дрожит, с рук снимаю, с лодки не очень удобно. Сейчас бросал, блеснул мэпс. На одном из забросов у меня развалился вертлюжок, и мэпс улетел вместе с поводком. Я так его проводил взглядом. Вот я поменял снасть, новый поводок поставил. Такой же, в принципе, но бочонок вроде нормально, так проверил. Вроде этот держит. Не бочонок, это вот этот карабинчик, вертлюжок. Вот он, первый окунь попался. Много-много проводок я делал. Не было рыбы. Вот сейчас вот окушок попался. У меня с собой эти есть кружки. Сейчас, возможно, есть смысл кружок поставить. Пусть поплавать немножко здесь. Так. Может быть, щука долбанет на него, на этого окуня. Вот так его за спинку. Здесь глубину большую не надо делать, здесь, потому что мелко. Буквально вот совсем чуть-чуть. Пусть плавает на самой поверхности прям. Вон он. Так, а я где-то сейчас здесь привяжусь и понаблюдаю за этим кружком. Еще один попался. Сейчас его тоже так же закину на этот.
на кружок. Пусть плавает, щук ловит. Возле лодки прямо это попался. Этот чуть поменьше, но все равно крупноватый. Вот так буквально. Прям по самому верху будет идти. Еще чуть можно опустить. Где-то метр, наверное, глубина получится. Заглубление живца. Вот это сейчас поближе ко дну. Вот. Все, пошел. Сейчас еще один окунь сорвался хороший. Немного протащил его. Как-то он забагрился за этот. Кружок перевернулся. Не знаю, пока стоит на месте перевернутый. Подплывать сразу не буду. Может, эта щука клюнула. Навряд ли окунь перевернул. Пока на месте стоит. Не двигается. Надо, чтобы щука заглотила, наверное. Пусть постоит. Это первая поклевка на кружке, которую я вижу. Я так-то на кружке вообще не рыбачил. Ни разу. Ну, вот один раз пробовал. Там 5 кружков поставил. Поставил на живца тогда маленьких карасиков. Это я еще летом пробовал рыбачить. Карасики были побитые какие-то, как будто их окунь бил. И они заснули. Там несколько часов простояли эти кружки, и поклевок не было. А сейчас вот я смотрю, вот поклевочка есть. Перевернулся кружок. Пока стоит, не двигается, может быть окунь перевернула, может быть щука клюнула, и пока стоит, надо немножко, чтобы время прошло, чтобы заглотила она. Поэтому пока не подплываю, побросаю сейчас мэпс пока, чтобы время прошло. Сейчас время ближе к закату, и насколько я помню, по жерлицам, то здесь на закате были больше поклевки. Так, вот сейчас, если не ошибаюсь, куда-то в сторону кружок поплыл. Да, вот двигается он. Уплывает. Так, по ходу дела, ребята, щука села там. Потому что кружок прям тащит в сторону. Посмотрим, щука там еще нет. Так, ага, вот он крутится. Вот он крутится и в сторону уплывает. Вот он. Видно прям, как его крутит. Да, это, наверное, скорее всего, щука, думаю. Ага, вон в сторону как поплыл, вон, смотрите, попер он. В сторону прям уходит. Супер. Так. Есть работка, вообще прикольно. Ух, там. Прям тянет она. Так, ну что? Вон как уходит. Смотрите, уплывает от меня. Уходит туда. Не могу догнать его. Да, это точно не окунь. Потому что он как
пытаюсь заснять. Это точно не окунь, смотрите. К берегу идет, уплывает. Вон, смотрите, как тянет. Сейчас я со стороны ветра подплыл. Так, надо вытаскивать, потому что завести может. Здесь тоже коряжник есть. О, прям видно, как... Ну, давай, тяни. На камеру не тянет. Так, что ты там? Не могу никак подплыть, ветром сносит меня. Ох, утопило кружок. Утапливает его прям. Куда-то он в сторону увела. Да, это щука, ребята. О, хорошая щука там. Ох, леску забирает из рук. Смотрите, как леску забирает. Смотрите, все, пошла, утопила. Кружок ушел под воду. Вот это рыбалка, ребята. Вот это она дернула там. Сейчас будем гоняться за ней по всему пруду. Это да. Должно быть, хорошо засеклась. Так, где она? Сейчас куда-то в коряжник как будто завела. Подлодка сейчас. Сейчас развернусь. Не отпустить бы такую хорошую щуку там. Куда-то завела, что ли, ё-моё. Давай, выходи, блажь ты. Вот она. Да, она здесь, на крючке она. Вот она. Есть. Вот она, ребята, есть. Классно. Вот это да, ребята. Хорошая щука. Такая за 1,5 килограмма, наверное. Вообще супер. Так, заглотила там живца. Капец. Вот это сегодня фартануло. Крючки — классная система, оказывается. Чего она раньше на крючки-то не пробовала рыбачить. Так, сейчас надо будет зацепить ее, чтобы она здесь делов не натворила. И живца как-то вытащить надо. Да уж, интересная тема такая. Сейчас мы тебя будем как-то операцию делать. Взвесим потом на берегу. У меня весы так-то с собой, но сейчас здесь не хочу взвешивать, потому что я не знаю, каких делов можешь натворить здесь. Классная рыбалочка, да. Кружок, конечно, там под воду уходил конкретно. Тихо, тихо, тихо. Ох, какая мощная. Тихо, тихо, подруга, тихо, успокойся. Да. Сейчас я весь в рыбе буду сейчас здесь. Заглотила вообще глубоко живца. Фиг вытащишь, блин. Вообще глубоко. У меня ни звенника с собой, ничего нету. Ох, наконец-то вот удалось освободить, блин. Еще думаю, не освобожу ее.
глубоко так заглотило. Рыбалка подошла к концу, стемнело уже. Темнеет рано, еще даже 5 часов нету вечера. И уже темно, уже ничего не видно. Я машину завел, фары включил. В итоге взвесил щуку и был приятно удивлен. Хороший размер оказался сейчас. Покажу вам, вот смотрите. Это фартовые весы мои, которые... Те, кто мой канал смотрит, знают то, что эти весы показывают на 200 грамм меньше. Вот здесь показывает кило. Как видите, вот кило 600, кило 700 грамм. То есть щука около кило 800 примерно весит. Хороший такой экземплярчик. Больше поклевок не было после этой щуки. Еще где-то около часика я порыбачил до темна. Ни на мэпс, ни на кружок поклевки больше не было. То есть фартануло и удалось такую вот хорошую щуку сегодня поймать. Еще хочу до ледостава, до первого льда, до того момента, как начну нажелиться и рыбачить, еще хочу несколько раз приехать и попробовать еще порыбачить. На кружке очень понравилось. Именно вот этот момент, когда щука тянула, когда утаскивала. Больше всего мне понравилось, когда прям видно было, как кружок ныряет. Вообще, так, ну, как бы это, такое ощущение, как будто там какой-то крокодил прям такой большой, прям, когда утаскивала. Ну, неплохая щука, но тащила, как будто там, я не знаю, там как будто пятерка была. Вот так вот. Я надеюсь, была интересна такая рыбалка. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Увидимся на следующей рыбалке, в следующем видео. Щука классная, конечно. Вообще красавица. Вон какая. Ладно, всем пока еще раз. Поехал домой, холодно. 4 градуса на улице. Прошел месяц, как Банди у нас. Банди мы ее в итоге назвали. За месяц она хорошо набрала в весе. Когда я ее нашел, она весила... килограмм 800 грамм, взвешивали ее у ветеринара. Через месяц она весит где-то уже около 4 килограмм. То есть очень хорошо набрала. И сейчас потихоньку я уже начал ее командам учить. Ну, вернее, мы уже начали командам ее учить. Ну-ка, кисель, отойди. С киселем дерутся здесь. Кушать. Да, молодец, умная девочка. Джек, что ты тоже, да, кушать положить? Скажи, Банди кормит, меня не кормит сейчас. Джеку тоже кушать положу. Джек тоже по команде кушает.